Привет всем моим дорогим и любимым зрителям. Наступает время для того, чтобы я представила вам нового участника нашего проекта «Кухня без границ». Сегодня это Наталья Шарафутдинова. Почему мне нравится Наташа? Почему мне кажется, что она достойна выигрыша? Наташа добрая, Наташа ответственная и Наташа хорошо готовит. Ее сырный суп произвел на меня действительно хорошее впечатление. И мне кажется, не каждый мог бы приготовить такое сложное блюдо. Но что же говорят друзья Наташи о ней? Я зачитаю вам мнение ее друга. Знаю ее совсем недолго, в основном по стипендиальной комиссии. Девочка, она ответственная, председатель студенческого совета своего общежития. На комиссии приезжает, чтобы отстаивать права студентов своих площадок, при том, что даже не является ни профоргом, ни старостой групп. Вот такая Наталья. Вот если такая Наталья, такая добрая и милая девочка, которая отстаивает интересы других участников и других людей, я надеюсь, что и эти люди найдут в себе силы, желание и время и проголосуют за Наташу в группе нашего проекта «СФУ нижнее подчеркивание готовит». Голосование состоится с 12 по 18 декабря 2015 года. Мы желаем Наташе удачи, а завтра представим вам нового фееричного участника нашего проекта «Кухня без границ». Не пропустите следующее видео и всем пока!